Так, пехотинцы, кстати. Ну, у меня тут такой себе пик. Такой себе. Можешь гирики поставить. Ну, Рексар неплохо будет, я думаю. Я вот не уверен, что вот это, что я построил, отобьет. Жук хуйня, но он чисто танковать. Ядрить уран руина. Крабов построил, сейчас сольется. У него лучше на китайском варе играть, да. Не, ну первую волну понятно, ребята, дальше что с ним делать. Думаю, пару гналей построить или нет. Построю, наверное, пару гналей. Свапну, другого героя поищу. Ну, куста. В принципе, чего того ешка. Магнусов построю на next волну. Конечно, отобьюсь. Ну, Фера хороший юнит. Я бы сказал, очень хороший. Да, на 10 не шлем, конечно. Безусловно. Сейчас паука убьют нахуй. Не говорю, песок, этих гомонкулов рано не надо строить, они нихуя не дефают. Они чисто танчить могут, а у тебя не хватает дамаги под них.
Понимаешь? Они даже это не задефали руины. Адмиралы очень хороший песок. Они намного лучше кукол. Они как бы и танковые. У них и хп много, и армора много. Они когда убивают цель, получают еще доп армор. У них как бы сплэш есть. Они в 10 раз лучше гомункулов. Конечно, они лучше. Утор. Но он хил дает. И больше армора. Угу. Минус один хил, понимаю. А что там у нас? А, ну в той команде сап! Понимаю. Получается минус три хила, да, пацаны? Подожду я лучше 150 голды, сделаю грейд. Ну типа форсир не лучший вариант, может в принципе будет еще паролить. У меня под гнолей есть послушник в принципе. Макс, у тебя девочка на минус армор, а у нее есть грейд, который ауешит все. Но мало того, что минус армор тебе нужен, кстати, еще танк. Танк вперед можешь построить. У него блок достаточно большого количества урона есть. Я Брикса расстроил. У него так спитаура будет. Не знаю, что сначала, думай сам. X5 это у нас что? Это у нас, по-моему, кнайты. Привет, Флай. Здорово. Ригин, кстати, знал, что Ворон может дропнуть с шкатулки косточку, а из нее типа Леорик, секретный герой. Это да, Макс, только у нас ким должен быть загрейжен к 10-й волне фул. Все, хватит инкомить юнитов. Хватит инкомить юнитов. Надо кинга грейдить уже до фула.
Ригит, а может это нужны юниты? Может нужны юниты хуманостроителя? Ты не думал об этом? Привести их. Как тебе такая теория? Привет, Агара. Ну слушайте, я не задехал. Охотницы ебут. Алибек, вам тоже здравствуйте. Потому что нужно было, кстати, себе дефенс обеспечить нормальный, адекватный. Там уже строить героев. Понимаете? Напоминаю, что на 10-ю мы не шлем, сейчас будет 9-я волна. Так, а мне не хватает, да? Чтобы загрейдить. Так, все, стоп инком руины. Ну, либо как хилхалт рабочий, какие рабочие руины. Это про шо? Ты имеешь слейва? Не, нету такого. Но мне свапнуть надо, потому что тут ничего нету интересного. Блин, мне шаман уже который раз выпадает. В принципе, танк. Танк, блин, я не знаю. Ты ап не один. Я бы больше двух не строил лично. Да. Вон у тебя Фростдрайч, у тебя Адмирал, у тебя Тинники. У тебя и знак, кстати, еще делаются достаточно сильные. Это у нас гномы. Это у нас гномы. Так, на 12 тоже, пожалуйста, не шлите, потому что это может быть волна с ебаными...
ебаными черными мужиками, которые сильнее, чем и гномы, и архимонды. На 12 тоже не шлите, пожалуйста. Ну, кстати, я на удивление даже что-то задефло. Думал, я вообще всосу полностью. Хотя бы 3 или 4 убью я их. Получается, да? Да, неплохо. Даже всех задефал. Ну, черные мужики наоборот ебут. Так, это чё? Ага, ну тут танк строим 100% к этой волне. Говорю, 100% не хватает, блин, сука. Осуждаю. По танку 0 урона будет от них. Ну, если шо, он задефает. Ой, как лагает, пиздец. У меня, кстати, и адмирал, и чё, и красный драчич появились. В принципе, неплохо. Тут руина. Потек. Тут Макс должен задефать танками своими. Я тоже задефаю. Ебать там, ну... Я... Откуда... Уран, блядь, откуда ты выстрел его, а? Сволочь. Ну, абузер ебаный. Ну это не абуз, 1100 голды. Ну, 1100 голды это хуйня. А Starfall не купили к 11 волне опять руины. И сейчас они об этом пожалеют. Во. Груман чисто за всех пофармить сейчас. Пацаны, если буду черные мужики, взрывайте их нахуй. Поняли? Никто из вас не адефает их. У нас ни у кого гидры нету. Тридцать шесть. По-моему, это лучшенькие скелеты. Феникс? Не, не очень песок. Да, мне можешь пик, я посмотрю, что у тебя в пике есть. Ты для начала герой апни, у тебя герой апнутый. Дает на 3 армора больше. Форсир тут совсем, конечно, не смотрится у меня. Ты оскорбляешь, Макс. Но это же не черные мужики, ты чё, дурак? Ладно, не, он тоже дурак.
Хорошо. Суккубка у тебя. Суккубка дает на всех бафы. Во втором граде. Ой, блядь. Да ладно, Арахис. Просто варики лаги. То есть у меня на стриме вообще все прекрасно. Ты посмотри, сколько юнитов выходит. По 300 с каждой стороны. Они еще спамят, типа, дополнительно. Ну, короче. Просто варик не тянет. Такое количество юнитов. Да, да, Кефир, именно так. В ботах юнитов меньше. И они не одновременно выходят, спавнятся, так сказать. В любом случае. Пора уже адмиралов строить. Хотя бы одного. Потому что у меня вот эти мужики совсем не танкуют. Шаманы, кстати. Успокойся. Надо себе шамана уже апнуть в палку. Да, да, вторая. Но ты ее еще построил как руина. Она типа на себя баф вешает. Ну и в ауе. Нужно было ее по центру ставить. Ну ладно. Кстати, мне нужно ферму сделать. О, это, кстати, жесткая волна. Я не помню ее. Может, нам везло. Прям это рили очень жесткая волна, 15 медведей. Ну, она не настолько жесткая, как черные мужики, конечно, но тоже неприятно. Вообще очень неприятно. Ну, я ее дефаю. В принципе, уже хорошо. Так, а что у меня вообще по юнитам? Никаких интересных юнитов нету для апа. Привет, мегаадмин, здорово. Угу, по 5 цель. Ну, нужно апнуть, гнолей. Свапнуть. Ну, я бы на твоем месте песок армор купил себе. Да. Пока я его не купил, капа. Так-то у меня тоже адмиралы. Тогда я посмотрю, там что опять? Два, Макс, ну ты и руина. Если будешь апать дракона, то апай за 320. Но у меня есть гноли, которые выщелкнут это все. Да, Растман. Ну, был упоротый сурф очень. 30 минут потом будет, попозже.
7 часов ориентировочно. Иначе чё мы хотим вообще красных драконов? Нужны они мне? Думаю, нет. Мы хотим как минимум еще вот столько адмиралов. И, наверное, свапаем. Это хорошо, это очень хорошо. Это, во-первых, юнит апнутый будет. Во-вторых, черепашка. Так, что я давно не инкомил никуда. На 20-ю, пацаны, тоже не инкомим. Только это нормально. Это норма. Не помню, когда 20-я. Гарпия, но у нее есть цепной хил на 100 хп. Ну, я бы сказал, это очень лайтовый юнит. Десять голды стоит ап паладина. А там, кстати, можно кинга апать. Держу в курсе, если вы не знали. 17-я волна, блин. Ну это легкая волна, я что-то много заслал на нее. Если хватит мне 400 голды или нет. Следующая будет. А ПВПшный Зевар, скорее всего, один. Может быть, после него КХС сыграем. Давно не играли КХС. Ой, кто-то жестко протек. Так, интересно, кто это у нас? А, ну, конечно же, Макс, которого... 5 воздушных юнитов, вот руины. В принципе, если бы я знал, что я найду послушника, я бы еще пару гналей построил. Они всего 70 голды стоят. Очень неплохой рейнджовый юнит. Конечно, с гидрой не сравнится, но тоже норм. Чисто поинкомим немножечко. Не на пробив, а на голду. Ебать, у меня 320 инкома, понимаю. Нормально. X18 это что-то опасно. Это очень опасная волна сейчас будет. Да, да, это, кстати, очень опасная волна. Это урсы. Надеюсь, мы не въебем на этой волне. Я вот не хочу взрыв отдавать просто. Надеюсь, мы не въебем. Отлично. Ну, песка задушили, кто-то сомневался, я нет. Этого тоже руинера. Да ничего, руина. Не страшно. Блин, мне 3 голды надо. Дайте 3 голды. Сюка. Все душит у меня. Всю голду душит. Скачать где? Ну, блять.
на Ирина боте. Так и пишешь. ZWAR 556. Найдешь. Так, пацаны, после, вот после, это сейчас 19 волна, на 20 волну не инкомим. Слышите? Сейчас будет 20 волна. Ебать они заслали, кстати, дохуя. На лучниц. Антон, да это пиздец. Такая дисбалансная, поломанная хуйня. Абсолютно. Блин, больно вообще? Вообще-то больно. На удивление, может мне больше черепах зашло, чем остальным. Но это было неприятно. Так, не инкомим. Что мне сюда? Да господи, руина. Ну, шамана. Что тебе строить? Вампира. Ауры, строй руина. Все, забрал армор у меня. Ну ладно. Я возьму себе подешевле тогда. На удивление, кстати, достаточно легко задефать 20-ю волну. Это хуйня, кстати. Дашка, дойте 5.5.6 версию. На ZWAR загрузил руины. На. Да, в обоих, Макс. В обоих. Один реген дает, другой урона уе. Жестко. Это, кстати, жестко было. На наших союзников напали. Исследование завершено. Тупо инкуем, как можем. На нашей стороне хватает дерева. Постройка завершена.
Не знаю, как бы. Сам думаю. Ничего не хочу из этого пика больше. Ну, думаю, может мне регена взять? Нужен он кому-то больше, чем мне. Да нет, наверное. Лагает, пиздец, конечно. Это жесткая волна, кстати. Очень жесткая. Макс, ну ты руина, изучи юнитов, господи. Огра! Построй в медведя, скелета апни, и можешь еще черного дракона сделать из этого. И черепаху. Понял? Ну ты руина, блин. Реально. Реальная руина. Пожалуй, возьму себе все-таки. О, это, кстати, неприятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Это надо взрывать, пацаны, мне кажется. Если мы не задефаем, это надо взрывать. Но там человек с гидрами есть. Вроде как. Но это жестко. Привет, Фанис. Ты можешь взрывать? Может, кто-то другой его в стиме взорвет. Ну, саба я, кажется, дропну сейчас уже. Саба. Вот, в принципе, ренжовые юниты. У меня миличные, поэтому не дефают нихуя. Тут прекрасно деф. Тут тоже. Не, нормально, я не буду взрывать. Смотрите, я сейчас дропну, нахуй. Черт, ебаный. Давайте, пацаны, знаете что? Давайте вот так. О, отлично, 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 отлично. То, что надо. Ой, бля, надо было на эту. Вот, вот тут точно, пацаны, взрывайте, если что. Если что, взрывайте, нахуй. Потому что... Точно не задефаем мы. Бля, я взорву, нахуй. Ну, блядь, если бы я не буду еще лагать, блядский твой Warcraft рот ебал, нахуй. Взорвать хочу, нахуй, еще сап лагает, мразь. Почему взрыв на таком маленьком рендже работает? Ну ладно, я не буду взрывать. Надеюсь, что вон там... Кстати, мы задефались. Лол. На удивление, мы задефались. Я почти задефал, или задефал даже. Это сам руина, блин. Даже хочу, наверное, сначала двух гнолей построить еще. У меня тут еще такой гнол будет на ауру. Вообще жестко. Кто у нас тут спит? Вот кто у нас тут спит, а? А? Кто у нас тут спит? Я не знаю, что на Next волне будет, но... Спать не надо, капа. Да, можешь несколько, можешь еще одного. У тебя ж красных драконов полно. Песок руина. АФК-шит.
Ну там, кстати, хороший дефенс у них уже на уровне. Так, чё за волна с клоками, лол? Бля, понимаю, заслали нахуй. Хер, да я не могу, я лагаю, блин. Сейчас бы чекать, когда ты лагаешь. Чё-то на удивление волна говна какая-то. На таком лыте такую говёную волну сделали. Странно очень. Киплан, Фанни, Снак, скорее всего, КХС будет. Нет, смотри, смотри. У нас PvP The War, потом КХС, а потом, наверное, 30 минут. Вот так вот я тебе скажу. Вот так, скорее всего, будет. Может саба дропнуть, пацаны, а как думаете? Плюс в чат, если дропнуть саба надо. Окей, Кефир, если мы успеем сыграть. Да, да, это не саб, конечно. Его тогда дало привет. Ну, плотный график, видишь, не получается его тут сыграть. Я, конечно, очень хочу его тут сыграть, но ее никто не заказывает даже. Карте в The War, ну если ты умеешь играть в The War, конечно, да. Вот это куплю, это надо купить. Кто там не дефается? Восемь 12 инком, понимаю. Так, давайте, пацаны, учитывайте, на 30-ю тоже не шлем. Вот так, скажем. Бля. Сапруина. По-моему, 31, я не помню точно. Точно не могу сказать. Боевой голем, кстати. Что-то волны говна идут, рили сейчас. Но их дохуя так-то. Думаете? А почему именно ты лагаешь? Не, у нас у всех лагает, но ты вот до такой степени лагаешь руина. Зелено надо гноля сделать на ауру. Виктор или Патма? Ну тебе Патму надо, наверное. А вообще ты и то сможешь сделать.
Где подмата, господи, у тебя ж подмы нету. У тебя из лучницы она не делается, она делается из охотницы, руина. Настроил, блин. А это монотима, пусть другие покупают, я в инкоме весь. Во, Макс, блять, Макс. Ты говоришь, что мне делать? Айтемы, смотри, кнопочка F. Кнопочка F нажимаем, и в кнопочке F за R. R, видишь, смотри. Там есть такая бутылочка с мазью. Справа от нее есть шипы. Вот эти два айтема купи и загрейди. На фул для начала. Понял? Бля, у меня тупо ничего не отвечает, нахуй. Итемы, они работают на всю команду. Что тебя беспокоит? Так, сейчас 30-я волна, не инкомим, пацаны. На 30-ю волну не инкомим. Да, ну только если их апнуть, конечно. Если их не апать, они только на тебя будут работать. Обязательно нужно апать до фула, чтобы оно работало на всех. Крит у кефира? Понимаю. Руина. Не у каждого, они по-разному стоят. Они что, допустим, вот эта хуйня с маслом, она и 600 за это. Тут, видишь, 500 тысяч, тут 300-600. Тут вот 625-200, тут 608-300. Они немножко разные все-таки цены имеют. Но в целом, да, дорого. Эфир, можешь скрин сделать, капа. Ну, получается, на 31-ю шлем, если эту задефаем. О, ебать тут тинкеров. Слушайте, если шо, взрывайте, пацаны. А если шо? Если шо? Бля. Подожди, Макс. Я видел, ты там купил то, что надо, скорее всего, как минимум одно. Так, чё, мы дефаем? Вроде дефаем. Ну ты вот ту хуйню, ну она конечно Magic Resist дает, но тебе, я же говорю, тебе нужно банку купить, склянку, банка с жижей, блять, желтой. Это в принципе тоже неплохо, но это не на все волны ключевое. Magic Resist только на тебя работал сейчас, держу в курсе. А расчет две гидры строю, что у меня. Гидры, в принципе, хорошо уешат. Так, пацаны, давайте. Давайте вот так вот. Сейчас чую и жопа будет. Ну это, кстати, не ведьмаки, как в тот раз, на 31 волны. Но огнеметчики тоже не слабые, я вам так скажу. Огнеметчики тоже не слабые. Кефира, там ничего не осталось от твоей базы. Регин все думает, руины. Пожилой Павел не признается. Делает секретки и ждет, пока их рассекретят люди. Подожди, песок, а что у тебя? Вампиризм? Ну ладно, вампиризм. Так, а что вообще у тебя? Ну слушайте. У нас еще есть урон и урон от ренжей. У кого? Либо я возьму, короче, один из двух. Либо барабаны, либо стрелу покупай.
Наверное, все-таки тебе барабаны получше зайдут. Сколько у тебя гидра? Не, у тебя не стрелу покупай, я барабаны куплю. Все. И что у нас вообще урны? Урны всякие мерзкие артефакты, чтобы поганить. Понятно. Ой, а там, кстати, пробили, но не критично. Не критично пробили. Так, смотри, Макс, если у тебя будет слишком много лишних денег, вот в той же кнопочке R покупай бревно. Бревно. Это Макс ХП дает. Даже не знаю, нужен ли нам Мак резист или нет. Сав, кстати, задефал. Ну чё, нам тут, в принципе, ничего не надо, да? И похуй, еще две гидры. Ну тут уже все по фулу практически. Дальше надо... О, ебать, я свапнул хорошо. Ебать, я хорошо свапнул. Ой, че за волна кодов, пацаны. Давайте, короче, вот на эту волну. Давайте на эту волну. Вороты, да, неплохие тоже. Но даже не знаю. Ну, кстати, в таком масштабе у ворот, наверное, даже будут очень хороши. Ворота, это, естественно, Иллидан там нарисован, да, вроде. Да, Иллидан 625. Ну, короче, либо дерево, либо Иллидана покупаешь. Next. Итман. Маза, ты руина, блин. Итмов, что ли, не знаешь? Классические же изображения абсолютно. Абсолютно классические изображения. Мне вообще приз нужен здесь? Да не очень. Паука бы я уже продал. Ну, это, кстати, жесткая волна. Да, у меня только паладин. Ничего другого не выпадало. Мне, в принципе, хватает пока. Тадирики чисто в начале были. Они не то чтобы очень крутые юниты. Даже, может быть, я их продавать буду, чтобы какие-нибудь ауры строить. Так у меня никаких юнитов. Ну, чисто тролль разве что. Ну, не. Приз тут не нужен абсолютно. А, ноугидер? Ноугидер мана и так регенится слишком быстро. Он им ничего не сделает. Нихуя он регена сколько. X90, ебать. Ну это что-то простое будет на самом деле, скорее всего. Что-то мы уже вышли в такой период игры, когда... Ну блин, найс заслали на труповозки. Когда вроде достаточно легко дефаться. Я сейчас нахуй 16-й грейд уже сделаю на дерево. И все. Будет страшно, если там цифра какая-нибудь X10 будет. Не знаю, что это за юниты вообще.
Как сделать утро? Так, в смысле? Книжку вот эту вот у тебя... А у тебя он один? У тебя же вторая книжка есть, странно. А чё, ты куда-то кого еще апал? Кого ты куда-то еще апал, а? Руина, блин. Вот, мое, все странно, у тебя должен быть открыт утро. Ну сделай эту хуйню на пищу, если тебя... Тебе все равно надо, скоро придется делать за 700 голды. Ой, бля! Они как будто знали, что на вертолеты сейчас будут слать. Пиздец, верты это жестко. Верты это очень жестко. Верты? Ну у меня гидры против вертов есть. Но это пиздец. Сильная волна, кстати. Ну, я думаю, мы с гидрами задефаем с песком. Да. У нас гидр много. У них вроде хэви защита. Чтоб не лагали руины. Ну да, изи деф. Макс не дефит, потому что он, в принципе, на тиму арты собирал. И у него очень много сиджа. Да и Дота же может задефать, в принципе. Ну, не может, но... Так, я весь инком выкачал, держу в курсе. Что у нас еще есть такое крутое? Я вот это возьму. Почему я не могу это взять? Я только что хотел это взять, и кто-то у меня его спиздил, что ли? Или что? Бля, как Уран это сделал? Ну ладно. Тупо за секунду нахуй. Суккубочка, кстати. Суккубочка это очень хорошо. Нахуй пошел паукан. Кубочку сюда делаем. О, ебать! А вот это конечка, возможно. Но у нас, конечно, гидры есть. При этом, кукарь, здорово. Таурены слабые, ну хз. Главное не проебаться с такими лагами, со взрывами, вот я что могу сказать. Ну изи деф. Надо найти что-то по полезным артам так-то. Все полезное уже взяли, все слоты застроили. Бля, Сап, как же ты заебал, серьезно? Как же ты заебал? А у Ешки, в принципе, Starfall. Во! Станчик. Станчик, пиво нахуй. Варды. О, кстати, я нашел, что я хочу взять. Никто вот эту хуйню не взял. Пацаны, у вас, смотрите. Я беру тролля за 80. А вы там можете Артаса за 460 взять. Это процентный реген. Песок, там можешь процент регенции Артаса взять. Он, короче, в кнопке F, S. Он работает определенное количество времени, держу в курсе. 54 чего-то. Давайте после этой волны зашлем на 38, не знаю, что там. Ой, бля, бля, опасно. Да, Анчур, я согласен. 12-я волна совсем ебанутая. Ну еще 31-я с маками жесткая была, насколько я помню. Достаточно. Привет, Варифейк, здорово. Ну мы ролим каких-нибудь аурных юнитов. У меня воздуха-то почти нету, зачем мне этот дракон нужен? Скелета построю. Скелета построю. Что там? Ну это нормально. Кентавр. На ауру, кстати, еще.
А, и кентавр, кстати, еще в этого лапается, в мудака с джунглей. Насколько я помню, да? Да, вот он. Все. Так, пацаны, давайте шлем на эту волну. Шлем на эту волну. Ну, капец, конечно, дефенс уже жесткий. X96, ну это какое-то говно будет по-любому. 96 говно юнитов. Шо-то. Бля, тупо змеями душат. О, гульки апну. Ну гульки полная параша, мне кажется. Три трента. А куда мне их ставить? Не, у них, конечно, 15 хп регена, анчор, но... Ой, все, походу у меня варик ритнул. Он не отвечает совсем. Походу я как сап уже начал лагать. Давайте хотя бы до 40-й доживем волны, посмотрим, что будет. На 40-ю будем слачи? Не, пацаны. Может, закончить уже пора? Но у меня лично не очень много дерева. Бля, Фанис, я же тебе рассказывал. Еще раз, Фанис, специально для тебя рассказываю. Будет Зевар, ПВП, потом КХС, потом 30 минут. Протекли они? На гулях? Серьезно? Да не, это просто юниты прошли, потому что там один пустой слот есть. Юниты на пустой слот могут выпасть. Полное говно, кстати, выпало. Вообще не везет с юнитами, которых... Ну, походу, бесконечный ролл, либо... О, о! Ну, слушайте, это полезные юниты. Даже не знаю, куда... Куда их пихать. До сих пор не задефал. Песок руина, конечно, зачем-то биорнов наделал бесполезных. Какого места танка? Да ладно, кунки нормальные. Ты чё? Рофль, что ли? Кунки дамажут так-то, хуй знает. Ну, вместо танка еще можно было. Ну, не знаю, это какая-то такая идея. Готово. Ну, клоков. Клоки танкуют, пиздец. Они танкуют определенное количество урона. Ебать там маринов, кстати. Пацаны, сейчас 40-я волна будет. Мы на 40-ю волну шлем? Наверное, нет все-таки. Да, и босс-марафон, скорее всего. Кстати, гнолы же. Ну блин, гнолы так-то жесткие. Ну ладно, да, нужно их заменять уже. Умочали они вообще тащат, конечно, гнали. Да и сейчас, смотри, сейчас тупо гнали затащат. У них же лайт армор. Ничего, Фа, не страшно. Ты, если тебе надо, переспроси там 2-3 раза, если не услышал. Мне несложно ответить. Слушайте, а меня вытерли немножечко.
Да, не надо слать, не надо. Тем более лагает сапка, черт. Сейчас что-то страшное будет. Надеюсь, никто ничего не послал. Ну-ка проверим даже. Так. О, ну это золотые дрени. Это бесполезная волна абсолютно. Это слабая волна. Можно было засылать капа на эту волну. Ну, го на 41-й подснял. Медиф это Magic Resist Aura, конечно, он нужен. Слушайте, а давайте, не-не, знаете, давайте подкопим там 5-10 тысяч дерева. Давайте подкопим лучше. Давайте подкопим лучше. 78. Мы там все взяли? Все взяли артефакты на Тиму. О, черепахи, кстати. Черепахи опасные, кстати. Пиздец. Прожмусь на всякий случай. О, там обратки урона дохуя с них будет, мне кажется. Не, главное 12-ю волну пройти капу в этой карте, я так скажу. Саба заебал больше всех, конечно. Давайте все дружно будем осуждать Саба за его лаги. Саб, ну ты можешь сам выйти. Если хочешь. Потому что ты заебал. Мы и так долго лагаем, дефаемся. А ты лишний, блять, 10-15 секунд каждую волну лагаешь. Жопа твоя. А у него и так нет модульки урана. После бана. Я дроп нажму, пацаны, заебало просто. Там и так все дефаются нормально. Го, пацаны, на next волну зашлем. После этой волны сейчас будет, на next волну шлем. Пиздец. Черепаха это хороший юнит, ты ее недооцениваешь. Конечно, нужна. Вот, допустим, вот в этих двух тускарах, не тускарах, как они там, магнотаврах, у меня возникают сомнения, нужны ли они. Очень большие. Я их, наверное, тоже заменю уже на гидр. Да, 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 у меня хватит денег на всех. Раз, два, три, четыре. Четыре хватило. Пятого немножечко не хватает.
А мне вообще хватит? Бля, не хватит, походу. Сука, на гидру не хватает. Ладно, тут будет какая-нибудь аура стоять. Или варденка. На варденку хватит? На варденку хватит. Пусть варденка будет. Мало ли пригодится. Ой, у нас тут протек как руина. Фанис, ну после этого вара. Сейчас закончим. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 гидр у меня. Бля, найс, на мурлоков послали, но мурлоки походу пососная волна. Какая волна? Я, честно, не знаю. По-моему, 46-я. Гадмин, ну это уже зависит от того, успеешь ли ты зайти. К минимум два человека хотят купить слоты в 30 минут. Так что я никому не могу обещать, естественно. Макс, ну ты, блин, молодец, конечно. Мы все послали, а ты не слал. Понимаю. Там, кстати, хп улетает. У кинга вражеского. Из-за того, что там два человека кикнуто было, они немножечко пробили эти арты своему. Один хил. Ну ждем 50-ю волну, пацаны. Ждем 50-ю волну. На 49-ю, может, еще закинем, хуй знает. Ну, наверное, на, давайте не кидать вообще инком. Типа, мы их пробить не можем, они нас пробить не можем. Мы им только сломаем ноги кингу. А ты руина, Макс. Как всегда, вовремя. Здоров, вперед. Как думаете, я задефаю своим количеством гидр столько красных грантов? А? Интересно. Не знаю, Грома, но у меня тоже 10 тысяч. Кто это? Ну я на самом деле не знаю, он, по-моему, либо день, либо два на стриме всего. Ну, либо не писал ничего до этого. Либо фейк чей-то. Фанис, спроси у него. Меди в спереди у кого? Тут, слушайте, у Макса целый слот есть. Около флага, не занятый. Понимаю. Макс, целый слот не забитый есть, прикинь. Алявщик. Сорок пятая волна, ну слушайте, до 50-й живем. О, вот это, кстати, болючая волна будет, я вам так скажу. Будет очень болючая волна, успеть прожать. Надеюсь, успелось прожаться. Это очень больная волна на голову будет. Волна может убить нас и кинга нашего. Так что, если кто-то вы видите, что все втекают, то взрывы не жалейте на них. Нормально, нажалось супериор. У меня тупо варик уже не отвечает. Тупо уже не отвечает.
Синий гидр, блять, серьезно, Макс, синий гидр, ты долбоеб. Гидр надо апать в дорогих за 525. Ты руина, блин. Не, ну одну синюю гидру можно, типа, сделать. Так, я задефал. Ну, в принципе, с гидрами мы, наверное, задефаем их. С вамшмэнкомом. А, у них инкома нету. Ну там как бы... Держу в курсе, руины. А, ну они просто из-за цвета такие, походу. Бля, вот это, кстати, реально жестко. Что-то я поспешил на друидов отдать. Это будет смерть, пацаны. Вот это волна смерть, нахуй. Вот эту волну взрывайте, точно. Если вы... Ну это реально, это смерть, нахуй. Это жопа. Еще анимации молнии этих ебаных. Ну как, сейчас убьют вас и взрывайте. Как вас убьют? Я Бурана еще кикнул, потому что он начал лагать. Блин, если я ее сейчас кикну, то это все говно пройдет же, да? Или нет? Понимаю. Крит. Это минус, кстати, все наши итемы накинул. В сраку, блять, пошли. Осуждаю, нахуй. О, бля, крит. Спасибо. Уран, взрывай, нахуй, блядь. Ой, бля, нахуй. Ну это конечка. Я задефал, конечно, но... Но это все. И там все, кстати. Но у нас 4 хила, а там один. 45-я волна, запомните, очень жесткая. Это я, кстати, еще взрыв не отдал. Ну хотя бы старфольчик пошел. Я задефал, тут нахуй смерть полная. Кстати, кто там говорил, что у Кинга стомпа нету? Стомп есть. Неплохо. До 45-й волны.